Всем привет, с вами Бетер и Никитос. Да, ну здорово. И это четвертая часть. Да. Пятая, может? Нет, нет, четвертая. Нашего прохождения, так сказать, гострека ПТ. А да, поехали. Вы только посмотрите, как здесь классно. А? В горах. Прям мне прям нравится вообще. Анекдот. Никитос не дает мне поиграть. Фу. Залезть, я не могу сесть, ё. Давай, нам надо, короче, мы выполняем сюжетную миссию, и нам лететь вот сюда, вот, Никитос. Летели. 3 км, да? Подожди, метку уже не поставил я. Ёб твою дивизию. Делай. Руководитель давай, тренировочной программы картеля идентифицирован. Летим, это бывший летим, рейнджер Карл спасибо. Бухарт. Не, мне нравится. Перешел черту, 2 км, да, еще? Верах. Уничтожьте. Верах вообще кайф. Прикольно, да? Чувствую, что, короче, что, надо. Что с ней, ёбка? Ты нормально она сидишь? Танцует у меня. А, да, лол. Пьяная просто. Пьяная. Сегодня пьяная. Как устрица пьяная. Ах, сейчас мы куда-нибудь врежемся. Взлетай дальше. А, не надо. А вот это уже идет граница белой линии, граница нашей ОБД. Гранату взрываешь. А этот. Спецэффект. Так, давайте посмотрим, что у нас тут есть. Пока он летит, там мне интересно это. Воу! Че такое, у меня все стало под. А, все нормально. Группировки. Мри, у меня все стоит, у меня карта 9. Погружается. Слышишь? Есть так, у нас есть операция цареубийц. Цареубийца. Это то есть. Слышь, у меня походу карта тут прогружается. Войска повстанцев, союзники наши. Санта-Бланка. Это враги. И готов? Силы единства тоже враги. Блин, я встал, прикинь. Я вижу, ты встал. Че? Не летишь. Как бывшие солдаты соглашаются ехать сюда и обучать этих засранцев. Садись. Спецназовцы из России, тут. Южной Африки, охранять даже у них танк. То есть такие же, как мы. Как? У меня сейчас трес. Помнишь, в каком-то фильме «Форсаж»? «Форсажи», они едут? Без меня. Говорит, столько денег танк еще не напечатано. А что ты станешь что делать, там, когда уйдешь из этой команды? Там тоже вернешься есть в Форт Брэк и будешь там изображать где бывалого вон, вояку? Вон, иди ко мне. Или подпишешь контракт? А ты куда ушел? И своей задницей по полной программе вместо того, а, чтобы отправиться на покой. А, да. Воин сражается. Где скот вон живет жвачку. Где-то. Что выберешь ты? Лол. А где? Наебали нас. Он вот. Я понял. Это ловушка, понял? Да. Так, ну смотри, значит, вот он один, вот он второй. Где? Давай я достану бинокль. Отмечу. Снайпер на той крыше. А, снайпер. Вот. Не вертолет. Вроде пока не вижу никого. Ну, короче, снайпера сейчас. Бах, нахуй. С этим мы разобрались. Летел. Подожди, давай. Я скидываю вот этого, а ты скидываешь вот. Я какого? Я где? Поставил. Метку поставил тебе. Я не вижу никого. Метка а, вот, один. Вижу. Одного вижу, он второго. А, давай. Вижу. Ты какого, дальнего или какого? Ты дальнего, я. Давай, раз, два, три, поехали. Иси, блядь. Готов. Трактор. У меня карта. О, трактор? Сверху. Ло, откуда здесь трактор? Убил. Хорош. Готов. Так, карта еще прогружается, понял? Потому что да, сюда я не вижу, было ни да, разу. Да, тоже, да. Ну потому что здесь, смотри, здесь горы, еще, здесь снег, здесь все. Да, спецэффект. Четко вообще. Так, ладно. Давайте посмотрим, что у нас здесь. А, что? А вон палит, еще. Палит. Готов на. Яктор достал. Вперед, блядь. Так, давай посмотрим. Подожди, не спеши, пока никто. Да, я знаю. Перезаряжу с кемпером. Вот здесь можно взять. Туннель. Кеточки, а я тебе о чем говорю. Андрюха, а тут, кстати, этот. Их тут. О, хотя, блядь. Так, нам куда надо? А, боже, убейте Карла. Здесь вонь как на бойне. Карла. Боже, здесь тут этот, Андрюх, этот проблемка у меня такая случилась. Маленькая, хотя нет. Не, нормально, я тут ПВЕ играю. Из Warface. Иногда это мужчины, пулемётчик убил. Женщины, иногда дети. Болею, заебал. Да, я, короче, там рукопашку одному убил. С Беткой надо им поработать еще. Да. Блин, о, ну-ка. Туннель. А дай сюда. Подожди, давай сюда пойдем. Тихо! Ты уж. Я слышу, что ты убьёшь. Сука, по щам ему. Где? Вижу. Я воюю туда. Блять, а где мы? Подожди, мы тут давай тупик. Попалим, что здесь вообще? Нет, тут ты тупик. Идешь так, пишешь так. Тут попалим, что, карта еще? Карта еще, типа, прогружается, понял? Конечно. Мне интересно, давай по. Дальше тихо. Да, тихо, давай рукопашка, подожди, тихо. А не, у меня спалили, твари. Враг
где еще один? Он, я убил. Или нет? Вот он, смотри. Рукопашка! Я одного ушкал с рукопашкой. Блин, я чуть не сдох. Я уровень 10. Тихо, там еще один. Впереди вот крипы, блядь. Упал отжался. Там не было никого. Кого ты ударил, Ника? А у меня был, вот именно что был. У меня нет никого, не было. Вот. На видео видишь. Скину даже, да. Подожди, вон там оружие. Да, прям, да. Оружки. Блин, залагал. А, нормально. Фризит, да, еще? Вон оружие. Да, подфризивать. Ну, это... Так, нет. Комната. Меня. Так, подожди. Патроны, патроны, патроны. Подожди, тут что, какая-то комнатка, вон еще. Этот готов. Тихо, 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 тихо. Сейчас сделаем все по стелс. На, в другую комнату. Оп, короче. Мусорок. Вот, Никитос, иди сюда. И шея мне срок. Я тут по времени, подожди. Что тут у нас есть? Они успокаиваются. Снайперская винтовка, Никит. Слышишь? Да-да-да, Андрюх. Смотрим, забей, там пулеметы, короче, слышишь? Ну-ка, так взял. Ебать. Прикольненько кемперка, наверное. Я тут воюю, Андрюх, кемперка. Воюешь? Да-да-да. Давай оденем на нее глушак. Вроде чисто. Ох, ебать, кто там? Полтовочная. Вот иди, Никит, бери и пойдем дальше. Че там брать? Че ты взял? Снайперская винтовка. А, сейчас. Давай. Где? Ну иди вот сюда вот, ко мне. Я её тел. Вот она, вот такая вот. Пошли. Куда идти-то, блядь? Да вон, вдаль туда, ты чё, не видишь? Чё, нормально она? Постреляй, ну-ка стрельни. А, всё, всё. Вон, да вон, стреляю. Нормально, нормально. Нормально? Да. Бесшумная такая. Ну-ка, дай я посмотрю. Смотри, стреляю. Подожди, она бесшумная, жесть. Бля, я бинокль достал, тут дос. Снаряжение. Да, боже, снаряжение хочу взять. Бинокль, у меня тут два боевика. В огневой точке. Warface, да я... Ладно. Я не могу взять ее, Warface. В смысле не можешь? Сейчас, давай к оружию пойдем. Оружие какое-то. Ну, короче, патроны возьмем. И чё? Я там поменяю сразу. И там обойдем как раз, как я ходил. Пойдем. Давай. Давай, давай, давай. Так, сейчас я тут вот так сделаю, потом оружку возьму сейчас. Подвинься. Сразу. Подожди, я оружку, блядь. Я патроны взять хочу, да ёпта. Подожди, не торопись. Я затрахал своим оружкой. Давай. Так, это я поменяю. Мы с она не ваншотит, что ли? Подожди, я не видел. А, не, урон нормальный. Нормальный урон у меня. Ну-ка. Полигон у них здесь. А. Так, короче, сделано. Я так понял, на по типу этого. Она вообще бесшумная. Там Clancy The Division. Ладно, все, пойдем. Андрюх, она вообще бесшумная, это обосраться, да, просто. Погнали. Аккуратно только, я так думаю. Да я тут уже был, просто воевал. А-а-а. Здорово, пацаны. О, ну ты, вижу тебя. А это там разобьем пещеру. У меня там C4 есть, пойдем, попробуем. Может, а я думаю, надо здесь. О, там висит чел наш. Чувак, ты как, нормально? Ёб твою мать. И куда нам? Подожди, давай еще я сделаю. Еще ниже, слышь? Еще ниже? Да. Давай. Еще ниже. Я там пошалил немножечко, поэтому. А мы тут шалим. Мы тут плюшками балуемся. Еще ниже, боже, нифига туда. Нет здесь шахты, ёпта. Враг. Дудосы. Подожди. Ломай окно сразу. С этим мы разобрались. Ваншотят. Ваншотят? Да. Ктар тоже. Ктар, Ктар 21. Ты его глушишь, ребят, блядь? Здесь есть того Ктар. Твою мать, который нас у нас. В Warface. В Warface лучше нету. Да. Тоже, блядь. Ебать! На... Я где, не знаю, где он, где убили, он? Не знаю. Реси, не реси меня, не знаю. Не видел. Блять, рис. А вот слева, слева сразу стоит, лол. Слева, за ящиком. Вижу. Спаш, грену ему туда. Давай.
Хорош. Фига он заныкался. Нас, грудак. Блять, больно. Черт, там этого больно. Надо допросить, походу. Пистолет. Убить надо, убейте. Подожди, подожди. Давай прикладом, прикладом. Прикладом. Неплохо сработали. Что это было? Без Букхарта. Программа подготовки забыли. Лучшие силы Санта-Бланки попытаются заткнуть эту брешь. Враг, 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 враг. Картель пострадает, и у нас будет шанс добраться до кирпича. Ладно, писать это у меня. Чертовски верно. Короче, ты же, я сначала увидел его, потом, когда начал бить, он исчез. Мы положим этому конец. Где ты еще есть? Он исчез? Куда? Ёб твою! Блядь. Ёб твою мать. И что интересное это такое? Это называется засада. Все, поздравляем, призрак. А что написали-то? Я что-то не понял. Не знаю, но... Мы выполнили миссию? На стоп-кадре тогда посмотрю, что тут там написали. Поздравляем, что-то там еще. Поздравляем, вы дудосы. Ладно, ну что, мы же мы сделали миссию, да? Наверное, надо прощаться. Правильно. О, мы как раз наверху, лол. Да, как раз в горах, в хорошем таком месте. Да, и нет ничего, понимаешь? Как мы пойдем теперь в город, блядь? И с такой красотой птички летают, смотри. И с такой красотой мы с вами прощаемся. Да, ребят, всем удачи. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Да, все равно не подпишутся. Давайте, удачи.